Как подарить маленькому человеку шанс почувствовать себя нужным в этом мире? Дать надежду на чудо? Ответ прост. Важно открыть свое сердце, уделить ему немного времени, делать все с лаской и любовью. В этом уверены волонтеры Брестского политехнического колледжа. Профсоюзное объединение молодежи совместно с представителями библиотеки привезли в социально-педагогический центр новогодний спектакль-сказку и небольшие подарки. Наши участницы откликнулись и для того, чтобы помочь детям в детских домах и социальных приютах. Мы организовали волонтерскую группу, в которую вошли состав нашего профсоюза. Мы организовали сказку для детей. По мотивам русских народных сказок с использованием современных сюжетов волонтеры рассказали ребятам, воспитанникам социально-педагогического центра, о том, что такое добро и зло, и как важно верить в хорошее. Безусловно, радость, хочется подарить улыбку детям, тепло и какое-то новогоднее настроение. Это те дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию, но мы стараемся создать им комфортные условия, одарить их теплом, вниманием, заботой и сделать их пребывание здесь по-домашнему приятным и благополучным. Конечно же, самой долгожданной для малышей стала встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Ребята водили хороводы вокруг елки, загадывали самое заветное желание главным новогодним сказочным персонажам. Для мальчиков и девочек этот праздник стал еще одним поводом улыбнуться и поверить в то, что все будет хорошо.